Так. Ой. Здравствуйте, дорогие товарищи. К нам в гости. Депутат Государственной Думы Николай Николаевич Платошкин, ее помощник, доктор исторических наук, дипломат. Мы как-то с вами пообщались в свое время, помните, на мероприятии? Я обещал вам, что обязательно мы встретимся, переговорим, узнаем, что и как у нас. Поэтому знакомьтесь, это наш швейбат. Вот, наши женщины стараются, помогают и нашей армии, и солдатам нашим. Поэтому теперь слово предоставляю вам. Смотрите, какой флаг висит, видите? Это очень хорошо. Воюет на войне. Со всеми возможностями мы помогаем фронту. Вот у нас перекладки, тайники, футболки, трусы, капитальные. Кто-то вам помогает? Никто не помогает. Они все даже за аренду платят, сами собирают все. И даже за аренду этого помещения и своих денег. Эти, вот, вначале маленькие машинки были вот эти вот. А потом с этими деньгами мы вот купили промышленные. Так что каждый, чем может, помогает. И месяц тоже деньги собираем на материалы, на аренду. На материал тоже скидываем, тёшки на эти, вот материал. Вот мы вчера отправили. Да, завязка. Очень нуждается они. Огромное количество отправляющих. Это такие вот что такое? Айсу. Айсу. В одном месте. Тут 5 метров. Мальчикам очень помогают вот эти. А у каждой без рукавки есть обереги. А что так, чем помогает вот это, чем? Тут веревка, там 5 метров. Ну. В случае необходимости она развязывается быстро. И поняла, все, как вели, все, поняла. Угу. А в каждой без рукавки есть оберег. Угу. Дождевики тоже вот ты. И мама Дроговна это вот лежала. Я сам прошу нас. Не чувствую. Не ждешь врага. Вот у нас тут. Когда холодно. Сядете. Очень удобная, теплая, очень удобная, теплая, да. По поводу вот их вот такого труда, абсолютно самопожертвования, считай, да, вот они свое время тратят. Это же просто. И мы вот во вторник собираемся с этой гуманитаркой. И да, с нашим художником, вон, Радомир Михайлович. Это ваше, да, все? Да? Вот смотрите, вот это он. Собираемся провести. Брик. Его вот сейчас приеду, ему лично в руки там на передовой. Ну, говорит, сколько надо, блин, да. Только успею, только добровольцы уже готовые. Фотографии я их как бы оживляю, рисую и им отдаю. Поехали. Из 11 один имеет звание, этот тип, никак его. Герой Советского Союза. Чергиёв. 100% Николай Николаевич, когда будет свой эфир делать, он о вас расскажет. Это социальный объект. 100%. Это можно считать. Типа как больница, типа как, ну и так далее. Может... Даем национальные костюмы, продаем на эти деньги покупать. Вот эти на... А, покажите. Да. Всякие разные. Жилька, говорю, а у вас есть что-нибудь национальное, тувинское? Да вот нет. Вот, я вот давайте сейчас посмотрим. Давайте продадим. Давайте. Прекрасная тоже. Ежедневно носить можно. На работе. После работы они вечером приходят и ищут материал. В честь Тувинской Народной Республики. А, в честь Тувинской Народной Республики. Да, Рыбудова. Сидит. А может, коммунист. Егор, ну все, берите это. Не, вообще огонь. Вот так можно ходить. Вот даже не надо никакие куртки сейчас надевать. Вот так надо ходить.